Всем привет, с вами Серега, и сегодня я вам расскажу, как сделать креативную подставку под стакан из обычной клавиатуры. И выглядит она вот так вот. Ну что ж, начнем. Для этого нам понадобится обычная клавиатура. Также нам потребуется синий светодиод. И также еще нам потребуется небольшой кусок оргстекла. Ну что ж, приступим. Сперва нам необходимо отделить кнопки от клавиатуры. Так, ну вот, у нас все болты откручены. Теперь начнем ее разбирать. В принципе, вот из этой пленки мы еще потом можем что-нибудь сделать, поэтому выкидывать мы ее не будем, а оставим. Вот, ну, собственно, вот здесь вот у нас идут все наши кнопочки. Вытаскиваются они простым образом, то есть отделяем вот такую вот штуковинку. А саму кнопочку мы выдавливаем. То есть хоп. И вот она у нас отделилась. Также выдавливаете необходимое количество кнопок, которые вам потребуются на подставку. Ну что ж, будем пока вытаскивать кнопочки. Теперь их необходимо выложить на оргстекло в той форме, которую вы хотите видеть подставку. То есть здесь у нас получилось 25 кнопок идет у нас на верхнюю часть и 25 кнопок идет на нижнюю часть. Укладываем на оргстекло, и вот здесь вот мы отчерчиваем, что нам необходимо будет отрезать. Вот, то есть мы отрезаем, а у самих кнопок мы отламываем вот эту штуковину, смазываем ее клеем и приклеиваем к нашему оргстеклу. То есть эти сверху, эти снизу. Начнем. Так, ну вот у нас отломаны все кнопочки вот таким вот образом, и теперь мы их приклеиваем на наш подготовленный кусочек оргстекла. Потом вот здесь с боков мы обработаем лишние части напильником. Ну вот, собственно, я приклеил все кнопки от клавиатуры, то есть с одной стороны и с другой стороны. Выступающие остатки оргстекла я обточил, у нас получилась такая подставочка. Ну теперь займемся, соответственно, подсветкой. Подсвечивать мы будем синим светодиодом. А питание будет у нас идти от USB, той самой клавиатуры, из которой мы и брали наши кнопки. Припаяем светодиод, закрепим его в оргстекле. А для этого здесь необходимо также немного сточить напильником и просверлить небольшое отверстие. Туда мы вставим светодиод и припаяем уже, соответственно, наши провода. Пойдем делать дальше. Ну, теперь необходимо все это нам припаять. Так, проверим сейчас. Отлично. Теперь осталось только вклеить этот светодиод. Так, ну вот, собственно, и все. Я припаял USB шнур, вклеил сам светодиод, и теперь наступает самый ответственный момент. Теперь нам необходимо все это подключить. Ну что ж, приступим. Вот так вот она у нас выглядит. В принципе, получилось довольно неплохо. То есть ее можно ставить абсолютно любой стороной, хоть этой, хоть этой. Вот, вот такая вот у нас получилась подставка для стакана. Так, ну давайте теперь посмотрим, как это выглядит у нас в темноте. Включаем. Вот. Вот так вот она у нас выглядит в темноте. Она светится абсолютно со всех сторон. Вот, вот так вот она у нас выглядит, собственно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Серега. До скорого. Всем пока.